Наш следующий сюжет о 60-летнем юбилее, правда, в роли юбиляра на этот раз учебное заведение. Школа – это место, где маленького человека учат писать и читать, считать логически, мыслить, любить и дружить. А сколько жителей Твери этому научила более чем за полвека школа номер 34. Сосчитать сложно, но с каждым годом их число растет. Учебное заведение этой осенью отмечает 60-летний юбилей. В честь круглой даты самые музыкальные ученики подготовили концерт для педагогов и важных гостей. Чем живет школа сейчас, выяснила наша съемочная группа. История школы 34 начинается в 1962 году. Тогда был построен и открыт первый корпус для 980 юных жителей микрорайона Соминка. Почти 30 годами позже построен второй корпус, а это еще 25 кабинетов, столовый и спортзал. Сегодня это современное учебное заведение, где постигают знания примерно 1820 ребятишек. Успешное развитие школы, говорит ее руководитель, заслуга в первую очередь педагогического коллектива. Школа – это, во-первых, учителя. Учителя у нас прекрасные. Эти люди, которые делают школу лучше с каждым днем. Школа – это дети. А дети, вы знаете, каждый год они выпускаются, приходят новые. Они такие разные, новое поколение, новая жизнь. За 60 лет школа проживает много жизней. Школа развивается, у нас много направлений. У нас уже целый кадетский корпус, 6 кадетских классов. А еще в школе есть класс сестер милосердия. Представители всех направлений принимали участие в юбилейном концерте. Еще 34-я школа считается в регионе самой спортивной, о чем говорят многочисленные кубки и достижения. Соответственно, к круглой дате – спортивный подарок. 34-я школа получила к юбилею самый главный подарок. Во главе с нашим коллегой старшим, с депутатом Государственной Думы, руководителем фракции «Единая Россия», с губернатором, нам удалось все-таки самой спортивной, самой замечательной школе, да, построить школьный стадион. Педагогам школы были вручены благодарности от законодательного собрания Тверской области. Немало добрых слов прозвучало и в адрес директора школы. Вера Панкова возглавляет учебное заведение почти 10 лет. Немного школ, которые могут похвастаться вот таким признанием и очень высокой оценкой не только регионального, но и федерального уровней. Ну а действительно ученики школы – это достояние и богатство, которым можно гордиться. В следующем году учеников и родителей ждет еще один приятный подарок от выпускников школы разных лет, поделился планами депутат городской думы Илья Холодов. Есть идея благоустроить сквер-парк, который здесь вдоль ручья Соминка. Это просто наши выпускники, которые приходят с такой хорошей идеей. Высокие гости и партнеры школы поздравили педагогический коллектив и учащихся с юбилеем, вручили грамоты и подарили памятные подарки.